Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Halo Reach. В последней серии мы потеряли как город, так и Кэт, члена нашей команды, очень ценного технаря. Совершенно по-глупому умерла. Несмотря на все щиты, ее убили выстрелом в голову снайпера ковенантов. Но теперь мы направляемся на Sword Base. Нам нужно отбить эту базу у ковенантов, потому что там, судя по всему, ученые, которые очень важны для нас. Ну и для них, соответственно. Noble One, это командир. Noble One. Давай, двигай. Нужно базу отбить, сынок. Как вы там? Все еще снаружи. Нужно пробраться вперед туда. Будет, я думаю, не очень просто. У нас есть работа. Поэтому давайте ее выполним. Чувствую, ты на позиции? Да, так точно. Ладно, приступайте. Так, хорошо. Нужно уничтожить всех врагов. Так, подожди. С нами, похоже, десантура, ODST. Да, у них характерные шлемы такие. Очень крутые. Мне больше всего их шлемы нравятся. Прикольно. И вообще бойцы очень крутые. Круче них только яйца. Ну, соответственно, спартанцы. Аккуратно продвигаемся вперед, но я думаю, с таким количеством десантуры БДВ у нас особо скрытного не получится проникновения. Да, у нас уже выцеливают. Сейчас полезет ведь, гад. Серьезно лупят, уходим. Так, мне нужно прорваться. Нет, там укрытия нет. Там еще и банши. Я так чувствую, десантура уже приехала. Потому что они ломанулись тупо вперед. Так, сняли стрелка. Тут у нас сейчас снайперюга. Готов. Так, банши теперь. Что ты делаешь? Япона, мать. У нас тут какой-то особо прохавный грант. Так, давай сюда, родной. Неприятный гад. Все, кажись, приехал. Так, лады, это было не очень скрытно, но у нас, в принципе, пал один солдат, двое осталось. Но это называется меча весь вперед, батьки. Все-таки спартанцев нужно слушаться. Хорошо, еще одно мини-достижение. Зачем, говорит, мы туда двигаемся? Они считают, что оно того стоит. Ну, собственно, хорошо, раз они считают, наше дело маленькое, будем выполнять. Так, серьезная такая установка. Но стрелять из нее уже некому. Хорошо. Где-то здесь может быть рабочий скорпион, говорят они. Нужно поискать. Да, место, конечно, просто изменилось до неузнаваемости.
Тихо, тихо, тихо. Все, свою я взял, а больше мне чужого не надо. Где же он, скорпион? Так, ладно, обойдем. Вот. Все, бросаем этот мусор. Ребята, джекпот. Повезло. Давайте, залезайте, ребятки. Готов. Готов. Все чисто. Еще есть желающие. Против танка-то. Блин, это круто. Готово. Болт, ты, пожалуйста, не нервничай, все у нас будет как надо. Да прикрывайте вы меня, елки-палки. Так, хорошо. Кто там сзади? Добейте его, ребята, я не могу прицелиться. Я слишком медленно двигаюсь. Да япона, мать, ну, придурки, что ж вы наделали? Ты посмотри. Офигеть. Ладно, будем надеяться, там еще один есть, потому что этот он просто разломал, пока эти придурки втыкали назад. Хорошо. Сломали мой танк. Ненавижу. Парень же справа сидел. Развернись, расстреляй его, елки-палки. Так, еще одна пушка. Я так понимаю, мы сейчас скоро уже на своих двоих будем тут рассекать. Да, шараш-то она, конечно. Уматывал вообще просто. До свидания. Сколько там? 4 с одного выстрела. Хорошо. Мы бы еще помедленнее летали. Готов. Смотри, еще прилетели. Блин, игра серьезно притормаживает, кстати говоря. Ой, блин, куда-то мы попали. Просто выжили все соки из Xbox 360. Туда у нас зайдет через щит, нет, интересно. Блин, да кто там опять? Да, жаль там. Хорошо, пойдем. Придется по старинке. Лови. Свидание. Так, уезжаем. О, кто-то не дерево. Блин. Неповоротливая, конечно, машина. Так, поворачиваем. Ой, ну куда ж ты едешь? А, как сложно развернуться ей в таком ограниченном месте. Я не знаю, ей тогда. Разберись уже, в какую сторону ты едешь просто. Ладно, живем. Вот то, что на машине все управление на двух аналоговых стиках, это одновременно и хорошо, и плохо. То есть очень удобно, но временами вот просто невозможно нормально развернуться. У меня нет гранаты. Супер.
все, валим. Уходим. Броневик наш поломанный. Да кто это такой, ёлки-палки? Подожди, я не понял. Непорядок. Придется по новой. Ничего, сейчас, родной, сейчас ты полетаешь у меня. Не волнуйся. Хорошо, бежим. А ты оставайся, родной. Пострелять он решил. Давай, давай, я посмотрю даже. До свидания. А, ты спрыгнул, скотина? Окей. Да со всех сторон. Блин, это слишком. Убейте его уже, пожалуйста. Я не могу развернуться. По-моему, тут слишком тесно для этого танка. Ладно, наши прилетели и всех наказали. Поехали, поехали, танк. Фу, не очень-то это все и удобно. Вот именно танки как-то управление не очень нравится, потому что и повороты, и движение, все на одном аналоговом стике. Приехал. Приятная машина, кстати говоря. Теперь тебя. Ну это мощь в руках, это конечно да. То что надо. Отлично. Спешил. Блин, серьезно лупят. Сейчас накажем. Давайте стреляйте хоть куда-нибудь. По большей части напарников как-то больно на них рассчитывать не стоит, как видите. Да ёлы-палы, вот один обычный товарищ вреда наносит больше, чем эта танкетка. Так, мы скоро можем взорваться такими темпами. Аккуратно подъезжаем уже. Держись, держись, давай. Пушка. Да сколько? Кто тут настоящая война идет? Так, ребятки, ребятки, давай, 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 вон еще одна пушка. Да блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Я просто не могу вернуться на такой здоровенной дуре, поэтому придется с ней спрыгнуть, наверное, лучше. Слишком уж неповоротливо. Чекпоинт так далеко. Минус. Сломал. Самое главное быть аккуратным, потому что поломают просто. Так, не спеша, аккуратненько. Смотри, как наши терпят. Так, установка. Не попал. Попал. Еще одна. Сломалась. И он там на горе стоит, который меня убил, сволочь. Все, пошла вниз по кускам. Вон танкетка еще. Подожди, что там? Там еще одна. Готово. Так, одна танкетка. Две танкетки.
Лучше бы, конечно, не переть вперед. Тем более, что танк практически не едет нормально. Готов. Ну, собственно, считай, все практически. Так, что-то я спешу сегодня. Надо прицелиться и стрелять. Так, нам сюда. Блин, на чем я там застрял? Все, двигаем дальше. Что-то как-то охраны особо не видать. Здесь уже всю дорогу расчистили. Но мы помним, что здесь после того боя мы тут уже были. Это была вторая наша миссия. Скотина, живой. Так, ну хорошо. Патронов, кстати, вообще нет. Один патрон. Ладно, чекпоинт, пока они там между собой воюют. Дайте мне оружие, хотя бы вот такое. Минус. Ребята, поддержите огнем. Ну что-то как-то не сладко тут. Вот это нормальная пушка. Тут наши джун-снайпер, Эмиль с дробовиком. Ну и Картер. Стандартный командир. Вчетвером мы гору свернем. Лифты не работают. Радуйся, говорит, что тут вообще хоть что-то работает. В прошлый раз мы сюда пошли. И здесь дрались с двумя хантерами. Так, хорошо. Выполню роль. Так, крыса, уйди. Возьму на себя роль Эмили. Ой, Эмили, говорю. Джорджа. Вычищать все буду. Хорошо. Джун там работает. Сейчас ты мне ответишь за это. Давай, родной, давай, вылазь. Готовы. Слева шараш, я к тебе сейчас поднимусь, не волнуйся. Нормалек. Неплохо почистили, да? Блин, тут пушки лежат. Давайте мы вот так вот. Хорошо, вы идете там, нет? Ребятушки. Надо бы за второй пушкой, конечно, сбегать вниз. Ну да ладно. Чего уж больно. Что мне нравилось в Halo 4 и чего не хватает тут, так это богомола. Вот это было круто. Ну вообще там хватает крутых моментов, но именно в плане сюжета и в плане там вот этих катсцен и как-то общей атмосферы, но при этом сама игра геймплейная, что-то мне вообще не понравилось. Так, вот мы поднялись туда, где, собственно, и может нас ждать доктор Халси. Where are we going now, boss? Куда идем, босс? Please proceed to the pre-arranged coordinates. Cryptic.
You know as much as I do, Noble Four. А, понятно. Он не сказал в доке идем, он говорит дот. Тут, похоже, наш компьютер, искусственный интеллект, зовут точка, дот. Двигайтесь, говорит, к месту назначения. Для меня, говорит, это слишком сложно звучит. Так, хорошо. Нет, лучше все-таки вот так. И вот так вот. Это, по-моему, идеальная комбинация. Так, что у вас тут есть? Голограмма. Ее мы, по-моему, еще ни разу не использовали. Хорошо, давайте попробуем. Coordinates nearby, Commander. We're close. Up the ramp and to the right. Так, вот они шарашат. Отвлекаются на него. И не могу сказать, что это дико полезно. Да. Я его не видел даже. Хорошо. Тактика Sirius Sam тут не помогает. Нужно действовать гораздо осторожнее. Так, хорошо. Сейчас мы возьмем вот так вот. И я думаю, все-таки помаленьку 50 патронов нам помогут. Погнали. Голограмма отстой пока что, по ощущениям. Может, где-то в будущем будут места, где от нее будет какой-то смысл, но пока как-то зачем вообще? Одного убить уже хорошо. Двух. Трех. Ладно, пойдет. Блин. Так, ребятки, вы будете меня прикрывать, нет? Мне что-то нехорошо. Open fire. Under fire. Сдохни, сволочь. А, вон там кто. Я думаю, где он? Усилитель щитов. Этот, говорит, мой. И промахнулся. О, мне хана. Блин. Вот как они так четко гранаты кидают, а? Так, подожди, не спешим. Спокойно, ребята, давайте убить его, пожалуйста. У меня, потому что щит. Зря побежал сюда. Его проблема, конечно. Смотрите, во что превратилось это место. Просто разруха глобальная. Научный центр. Центр разработок. Прям какая-то DARPA. Или что-то в этом духе. Если вам это что-то говорит. Так, ладно. Куда же мы двигаемся? Все-таки здесь пригодится ночное зрение. Куча погибших. Это что такое? Какая-то бомба, что ли? Да. Не удержали, ребята, к сожалению. Looks like they got themselves cornered. Похоже, они сами себя в угол заперли. I'm going with cornered. There's nothing here. No loot, ничего нет. Sir, if we're supposed to blow this place, this нам нужно взорвать это место,
Лучше сделать это не отсюда. Проверь направление. Мы именно там, куда нас направлял Они. Данные направлены искусственным интеллектом неизвестного происхождения. Он направляет нас куда-то вниз, на очень глубоко. Похоже, что это неправильные координаты. Нет смысла им следовать. Это что такое, Дот? Это наш путь, указанный, командир. Ладно, раз мы же так далеко забрались, то давайте туда пойдем. Перевод, конечно, недословный, но я пытаюсь донести смысл, потому что язык здесь не самый простой в этой игре. Очень много военных терминов именно таких. Так, а что же это за место-то такое? Монорельс. Your new AI friend tell you anything else, Dot? Твой новый дружок искусственный интеллект, я что-нибудь сказал, Дот? Дот? She's been expecting you. Она ждет вас. That's perfect. Ну, отлично. Apologies for the unusual security measures, Commander. Извиняюсь за эти предосторожности, но ставки того стоят. Доктор Холси, а мы думали, вы погибли. Но они преувеличили. Хотела бы сказать то же самое о команде Noble. Мы тоже. A latchkey discovery. It has unlocked at last the secrets of this excavation. Not sure I understand. В Вайсграде мы нашли какой-то ключ именно к этим исследованиям. Он поможет нам. Doctor, our orders are to destroy all sensitive material. Others will handle the. Наши приказы уничтожить это место. I'll need to confirm this new directive with command. Нужно мне связаться с командиром. Командир Гола, полковник Холланд, будь извещен. Сейчас он под моим командованием, говорит она. Короче, пока там наверху идет война, она проводит свои исследования. Нашли артефакт нелюдской нековенанта, очень древний. Почти расшифровали. Тут война. Лучше поспешить. Двигаемся. Расшифровка все еще идет. У нас время кончается. Если не расшифруете, когда мы к вам прибудем, оно будет похоронено. Это наш лучший шанс к выживанию. Командир, вы знаете, почему помирали ваши спартанцы? Ради этого. Пожалуйста, купите мне столько времени, сколько сможете. Офигеть, эта постройка не людская, не ковенантов. Чья же она? Прометайцы, наверное. Only was expecting company. They sure as hell got it. Doctor, we have hostiles inbound. Spartans, you cannot allow. Там уже приближаются враги. Нельзя позволить ковенантам прорваться к дверям лаборатории. Давайте купим ей время. Noble team, there are four defense turrets to assist you in defending the lab. Get them online and quick. Нужно быстро включить несколько турелей, чтобы они нам помогали защищать. Так, первая готова. Насколько я понимаю, долго они не проживут. Нужно по-быстрому все это включить. Давай, давай, пошел, пошел. Турель вся включена. Так, ребятки, что-то там, мне кажется, не очень хорошее нас ждет. Давай, турель, помогай. О, ребята, держите подарок. Так, хорошо, сейчас вы под перекрестным огнем, и вам хана, да? Ну да, отлично. А мы двинемся к следующей.
Ох, поналетело-то вас тут. Я чувствую, прям гудит все. Отлично. Пушка С уже в не самом лучшем состоянии. Не думаю, что они долго продержатся, но какой у нас есть выбор. Так, все, укрепились тут. Кто, где, откуда? Ох, ракетница есть. Здоровье. Я чувствую, это будет не очень просто. Пришли. Эмиль, стреляй, ну. Ты посмотри, а не кругом. Это было глупо. Да вот так надо, ёлки-палки. Ай, молодцы. Давайте держимся. Хорош. Потихоньку, помаленьку, главное не пылить. Свидания. Так, ну пока что я просто жгу. Сдерживаю как надо. Мне показалось, или там призрак. Отвратительно. Придется идти разбираться. Там они сдержатся, я думаю. Где призрак? Да япона мать, бежим! Давай, давай, пошел, 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 пошел. Скотина. Так, живой. Вон оттуда летит. Если прилетит, то нам хана, поэтому надо прорываться туда и взрывать его. Самая серьезная угроза пока. Оттуда к нам еще двигаются. Но я думаю, наши ребята разберутся с ним. Да, вон, видите, летит. Точка С уже совсем плохо себя чувствует. Так, ну что, родной, где ты там? Лежи. В идеале, конечно, тебя вообще отобрать бы надо. Ну, ладно. Это в идеале. Скотина, живучий какой. Все, готов, отлично. Так, ребятки там пока справляются без меня. Я думаю, так и продержится. Вот тебя только не хватало. Готов. Нормально. Довольно просто оказалось, да? Что дальше? Держите, спартанцы. Уже почти все. О, ребята. Что-то вас немноговато ли? Один готов, второй летит. Последняя ракета, давай, ну. Контрмер никаких, я так понимаю, нет. Готов. Так, лады. Элиты пришли. Нехорошо.
Еще и летающие. Совсем отвратно. Фреймрейт на самом деле довольно рваный. Я не знаю, по ощущениям, где-то от 20 до 15 скачет. С таким целиться там и стрелять не особо комфортно. Так, ну тем не менее держимся. Нужно сидеться маленько, я думаю, наши пока подержат. Так, пушка панно активирует, что ли, нужно? Давай, давай, ты нам нужна. Держи, родной. А, блин. Влез в самую кучу. Ну, это было ожидаемо. Ладно, чекпоинт был довольно близко. Фу, не так и просто будет тут сдержаться. Ладно, я пошел к пушке по новой. Тихо. Вот такую бы одну, конечно, отобрать. Было бы просто прекрасно. Тихо. Тихо, ребята, тихо, тихо, тихо. О, смотри, что у нас тут есть. Жалко, никто не сядет ко мне. Ну, хоть подавлю. Да, бесполезный транспорт. Хорошо, ребята, прикрывайте меня, пока я пошел в атаку. Отвалился. Ну, давай быстрее уже, женщина, ну. Сколько же можно? Так, это что такое? Блин, я как обычно все замечаю в последний момент. Ну а тут, в принципе, не против кого. Это чисто спартанское оружие. Давай. Сейчас еще один транспортник прилетит. Я смогу его этой штукой взорвать, я думаю. Он летит. Так, прикрывайте пока меня, ребята. Вот так, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Да, не так все просто. Это было глупо. Даже три выстрела выдерживает, офигеть. Это же самые мощные пушки в игре. Да, понятно. Фу, зря потратил. Будем знать. Ребята, вот эту хрень нужно уничтожить. А, убейте его, психованный. Давай быстрее открывай, мы же сейчас помрем тут все. Ну, на самом деле, все довольно спокойно. Это я преувеличил. Но, тем не менее, пора уходить. Хорошо. Так, погнали. Ну, это было непросто. Нормально, такая заварушка. Большую часть держали, от остальных ушли. Такие двери довольно долго выдержат, я думаю. Давайте посмотрим, что там нашла доктор Хелси в этих льдах.
Да, серьезно. What is this stuff? Что же это такое? Knowledge. Знание. From an ancient civilization. О древней цивилизации. This AI is its custodian, and she has chosen а это искусственный интеллект, его передатчик, и он выбрал тебя, как его... By this AI, yes. Я был избран искусственным интеллектом. Да, этим искусственным интеллектом. Ее значение больше, чем чтобы то ни было. Нужно добраться до звездолета, который увезет тебя с планеты. Скоро Рич падет. Наше уничтожение будет неизбежно, если мы не сможем использовать этот артефакт против ковенантов. Он изменит игру. А что, если мы не сможем его доставить? Другой надежды у нас нет. Это ж Картана. Нам нужно доставить ее до корабля класса Кальцион, который находится где-то недалеко на базе. Он эвакуируется с планеты. Возьми, лейтенант. Она сделала свой выбор. Держишь? Скажи слова, пожалуйста. Да, я держу. Интересный поворот. Теперь нам нужно доставить доктор Холси, Noble 3, отвезет вас в замок. Джун, убедись, что ничто не попадет в руки врага. Сделаю все, что нужно, сэр. Удачи. Тебе тоже, стрелок. А мы направляемся на задание невероятной важности. I need a heading, Dot. At 3 kilometers north. Нужно направление, Dot. Heading 050. Which leads to. На 3 километра. The shipbreaking yards in Azod. В общем, она указывает направление. The only off-planet extraction point left on this continent. Small-scale air attacks have decimated. Там у нас судостроительные верфи. Именно там нас ждет корабль. Там, кроме прочего, армада кораблей ковенантов. Wouldn't be a noble mission if it were easy. Мощный взрыв. И все завалилось внутрь. Ну что, вот такие дела. Направляемся на последнюю, собственно, в игре миссию, судя по всему. Нам нужно добраться до корабля Pillar of Autumn, доставить туда Картану. Это искусственный интеллект, как оказалось, гораздо более древний, чем человечество или ковенанты. И он является ключом к победе. Я, в принципе, не помню это из оригинальной игры. По-моему, это был обычный искусственный интеллект, которых много в игре. Такая вот несостыковочка. Но, тем не менее, в итоге, как видите, получается довольно-таки закрученный сюжет. Нам нужно направляться на эту судостроительную верфь. Нас там ждет этот корабль, на котором мы в будущем будем играть за Мастер Чифа. Попадем на первое кольцо Хейла. Но это все будет в будущем. Сейчас пока у нас задача поважнее. Просто выжить, просто добраться туда. Там нас ждут очень большие силы противника. И предел Рич, судя по всему, уже ничего не спасет. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.